Сдача осталась? Они по 350. Ой, все, у тебя слезы пойдут. Иди, поплачь, Миша, пописывай. Я тебе напишу, что WhatsApp. WhatsApp она мне напишет. WhatsApp не работает, блок. Ну, блядь. Тебе он Рафаэлу отдала, хотя могла бы не отдавать, это клиент за косяк. 5 утра, блядь. Юлька, здравствуйте, а можно у вас есть? 5 утра, блядь. Подстричься. Цезарь делать, да? А? Цезарь? Не, я уже сама этот зимний вариант уже всем. Уже ваши тройки не канают. А тройка это сильно холодно летом. Ой, зимой. Уже этот систематически перестроенный. Не-не-не. За это даже. Думаете, это не это. Сама по себе уже мозг. 5 утра пишет, привет. Угу. Здравствуйте, послушайте, ну. Я ему что, долбоёб? А, нет, говорит, ты не долбоёб. Ты ослоёб. Я же не сплю. А я говорю, ну это же не значит, что я не сплю. А он мне говорит, ты чё? Ну а чё такого? Я говорю, да вообще всё прекрасно, блин. Это же нормально, что он не спит, и я, значит, блядь, должна не спать. Сказали бы, подъезжай сейчас, блядь. Лети, подъезжай. Ага, блядь. Как пизды у меня получил, блядь. Пришел с Рафаэлой за косяк. Рафаэла, блядь, отопления не было здесь. Это в триапсон колола, блядь, всю неделю. Блядь. У меня 6 уколов, блядь. Я уже, по идее, проснулась, лежала, блядь. Ага, и мой, здравствуйте. И его подстричь. Сейчас я тебя, блядь, подстригу, блядь. Я говорю, как, блядь, снизу или сверху начать, блядь. Ладно, блядь, с Рафаэлой, блядь, да, эту зарядку надо одну оставить, а одну, блядь, домой. Знаю, ебали они ее. Я каждую неделю покупала. На ту неделю две. Одну сама купила, она мне через 2 дня перестала работать. Потом Настя вот побежала, купила. На этой неделе опять, да что такое? А то она брала за 800, она мне сказала. А толку, блядь. Нет, она утром, у меня сутка полная, и мне так. Она вроде стоит на зарядке, да стоит. А вот пацан сейчас пришел со мной, а ты. И говорит, давайте я вам покажу, что вы стрим не ведете. Я говорю, ну давай, блядь. Быстро так наберете подписчиков в ТикТоке. Ну, пусть с тобой, давай. А он подошел, говорит, а у вас она этот, я говорю, да не может быть, зарядка же будет стоить. Попробуй, так, штекер ему другой дала, у меня вообще никак. Ну ладно, я говорю, значит опять ждет. У меня уже дома коллекция этих проводов. Нет, самое интересное, я домой прихожу, они у меня дома работают. Это самое главное другое. Дома зеленая есть, красная есть. Они дома работают. Сюда принесу бесполезно. Да, надо оставить. Я сегодня только отошла по неделе. Вчера я еще. А позавчера я еще вот суп мясо. Что, не лысый или просто лёгкой? Или с бреем? Пока-то можно, но что, не быстро растут? Да.
Бороду берем. Тут у меня вообще не идет. Я, блядь, не хочу им заниматься. Там вчера еще одну бабку блокнули, я ее обычно комментировала. Мата не крыла там чуть-чуть. Благодаря ей, наверное, подписчиков 10 прибавилось. А сейчас ее вчера блокнули, она вчера стрим вела. Или что там, блядь, прямой эфир, короче. И на матах всех там, пидорасы. И не взяли блокнули. Не знаю. Нет, россияне. Местных я вообще не смотрю. Местные кто-то кого смотрит. Шушево. Мунбанк, который идет, блядь. Он сказал, муж казах у меня. Купила две пачки чипсов. Сходила в светофор. Купила маргарин, вы знаете, очень даже хороший маргарин наш похарский. Сегодня буду что-нибудь готовить. Так, взяла пиво. Маша, как же мужа зовут? Муж казах. Такое имя интересное у него. Имя интересное у него. Ага, это блядь. Что такое казах, парень? Рыжий-рыжий такой, симпатичный. Купила пиво для бабушки и мамы. А это муж попросил купить напиток. Алкогольный, блядь. Ой, себе взяла, побаловала себя. Просто взяла лимонад. Ну все, в светофоре. Господи, что же делать, что брать-то. Ага. Ой, вот взяла еще у них окорочка. Вы знаете, такие недорогие, по 1000 с копейкой. Блядь, я просто представила, что там, блядь, за окорочка по 1000 с копейкой. Блядь, пиздец. Мы с ней будем делать мунбанк. Что? Мунбанк. Жрать на камеру. Мы заказали с ней суши. Она не захотела суши, я заказала ей роллы. Ой, блядь. Маша, а что у вас в доме так грязно? Ну, подписчики, люди, которые смотрят. Мне некогда было убраться. Нахуй ты тогда эту чушь снимаешь, да? Молодец. Маша, зачем вы завели кота? Почему вы с мужем не заводите ребенка? Казахов тем более. У вас муж казах. Ага, она. Нам выгоднее завести на данный момент кота. Дешевле обходится. О, блядь, думаю, сейчас свекровка, блядь, очухается скоро, через годик-два. Скажешь, слышь ты, шаболда, вон дверь, пошла вон, блядь. Мы с мужем друг друга любим, несмотря ни на что. Он мне никогда не грустит. Кто напишет комментарий, ответ. Ой, блядь, думаю, сколько таких наивных было, блядь. Ой, вообще смысл. И всякую хуйню, блядь, снимает. Как сказать? Я понимаю, блядь, когда в Караганде там баба снимает, тоже мунбанк, то есть живет на камеру. Карагандинка. Ебать, муж казах у нее. Старшая дочка от мужа, от казаха. Второго ребенка пока нет, вот она. Первого брака у нее есть, но второй раз почему-то замуж вышла русская баба. Ага, дочка такая симпатичная, прям грамотная девочка. Мне она прям очень нравится. Карагандинки. Ага. Цветау, наверное, они живут, я так подумала. Потому что они место снимают постоянно, и как будто это Цветау. И этот, блядь, вот чувствуется, казахи живут. Мясо постоянно, в хате евро.
показать. Снимай, ну, блядь, реально, смотри. Любо-дорого, блядь. А это на... Это как Васита, на товару есть. Блядь. Вот... Что было дома, то одела. Потом мунбанк снимать, тоже жрет на камеру. Ну, там, жрали-жрали, для поросят осталось, блядь, для собачки, блядь. Остатки еды. Она это себе на тарелку ложит. Сегодня у нас чуть-чуть остатки картошки, котлетка полная. Блядь, висят. Ебическая сила, и биться сердце перестало. Ну как-то, блядь, я не знаю. Ну ты, блядь. Обычно на камеру идут люди, как сказать, самодостаточные. А это сидит, блядь, клюет там. Видно, что неуверенная женщина. Блядь, без всяких. Неухоженная абсолютно. И, блядь, вот на это на камеру. Блядь. Я если даже вот это в ТикТок выставляю, блядь, я не снимаю, блядь, свое лицо, блядь. Мне, блядь, глаза вечно отекшие, как будто всю жизнь бухаю. Реально, блядь. Ну, это у меня вот эта логическая, блядь, вот эта хуйня. Все, я не собираюсь свое лицо, блядь, выставлять, блядь. Если я сделаю лицо, то, ну, блядь, надо это. Прическу сделать, майкап нанести. Только в таком случае я буду сниматься без маски, блядь. У меня на это времени нет, я это башкой своей понимаю. Все, блядь, как мне сегодня одна в Ютубе пишет, вы хотите стать звездой? Я ей написала, с деткой, я ей так, блядь, звезда, ты о чем, блядь, родная, очнись, блядь. Она мне пишет, ну, типа, постоянно комментируйте, блядь, тебе какое дело, проходи мимо, не читай мои комменты, блядь. Звездой, блядь, хочу стать, блядь, я ей написала, что я и так звезда, блядь. Пойду на пенсию, буду, говорю, стричь не волосы, а комментарии, блядь. Ну, блядь. Люди далекие, 99% идей. ТикТок это вообще. Сейчас еще одного барбера, блядь, сегодня мне надо это. Отошла, теперь надо, блядь, этот. Уф, все, я прям отошла. Мне вдвоем пишу. Сначала один написал. Здравствуйте, здравствуйте. Слышал, что вы лучший мастер в Алкаше. Все вас хвалят, пырым-пырым. Я сам со стороны хотел бы с вами работать. Блядь, думаю. Нихера себе, что у вас стане мастера есть. Насколько мне известно, блядь, со стороны мои клиенты, блядь, приезжают, там кто уже, там живет, блядь. Все недовольные, все как эти, блядь, криво стриженные. Всех перестригаю, блядь. Что за хуйня, думаю, сейчас мальчик был, блядь, с Алматы. Ничего не пойму, ага. Покажи, говорю, работы, брат. Прежде чем со мной работать. Ну, я вам скину свежие. Сначала скинул свой инстаграм. Я посмотрела, там все под фильтрами. Это не... То есть он стригет. Вот, например, те работы, которые я выставляю, они без обработки. Фильтр не включенный, сразу видно по работе, потому что движение. Когда вот у меня в ТикТоке стоят мои работы, там без фильтра, как есть человека лицо, так и есть. А у него в инстаграме, у этого первого парня, я сразу обратила, я говорю, это же не ты, ну, ты стригешь, но до-после разные эти лица. А он мне говорит, как вы определили, я являюсь, брат, я же не один день, блядь, работаю. Не натуральные работы скинь, вот как ты стриг, а таду я посмотрю, говорю, потом подумаю, будешь ты со мной работать, не будешь, блядь. Я, конечно, никому не собираюсь брать, нахуй, лучше. Это я так просто ему пизданула, ну посмотреть, блядь, в реалити. Ага. В общем, он устроился временно в созвездие, рядом вот этот барбершоп. И оказывается, черный, Ернат, пацан черный погонял. Амир, блядь, и Нурсултан. Три моих дурачка, три ослоё. А он там мне уже писал, и он у них спрашивает этих пацанов, а вы где подстригаетесь? А у Оли, блядь.
Нет, это слоёк, блядь, барбер, блядь, скидывает мне этих мальчиков. Ваши клиенты пишут. Я говорю, в смысле? А он мне говорит, ну я вам скину. А я ему говорю, нет. Я же говорю, проституток не стригу, как проститутки могут быть моими клиентами? Говорю, ты меня убил, говорю. Он ржал, блядь. Я ему говорю, это что? Начал смотреть, я говорю, ты что, ебанутый? А он мне говорит, не знаю, им нравится. Я говорю, да как может понравиться? Потом я Амира телефон, блядь, я их всех троих сразу удалила, а потом, блядь, одному пишу, ну-ка скинь Амира телефон, он не скидывает, блядь. Я ему пишу, это что такое? Я говорю, мне так похуй, говорю, что ты там пошел, блядь. Мне твои деньги так пизды, на твое место придет 15. Достойно. Ты, говорю, просто как сам будешь ходить вот с этим дерьмом на голове? Я тебе еще, говорю, сука, статус выставила себе. Да-да. Думаю, что ему все заебись. И единственный гернат, блядь, черный, блядь, пишет мне, тетюль, здравствуйте. Простите, блядь, в жизнь никогда не ходил, а мир мне не голову скатывал. И мы пошли, еще этот, ну, султан, говорит, Назарбаев, ёб твою мать, пишет мне. Исправьте меня, пожалуйста. Я домой пришел. Мама смеется. Говорит, горшок сын на голове. Пошел на работу сегодня на смену. В субботу это было, блядь. Там вообще, блядь, все упали. Брат, что с тобой? Тебе плохо? Он говорит, мне очень плохо. Ну, сказала вечером, приходи, блядь, исправлю, что с тобой. Ну, султан это сразу заблокировал меня везде. Они не пишут, сейчас она тебе напишет, пизды вставит. А мир вот и этот черный уже сразу вернулись. Сразу нахуй исправили, говорит, на нахуй. Вот тут, говорит, стоят, говорит, больше не надо. Ну как с такими стрижками ходить? А потом мне пишет второй, ну там вообще фильтр на фильтре. Потому что он подстриг вот этого барбера, и этот барбер, который вот мне скидывал мои, он мне скинул эту стрижку на своей голове. Ой, все криво. А он мне скидывает тоже видео. Все от этого, с фильтрами, блядь, все отшлифовано. Вот если ты смотришь, у тебя ровная линия, плавный переход. А у него смотришь, а если фильтр включить на сотки, идеально. Она убирает, короче, как-то там. И, но только лицо человека тоже меняется. И если человек хочет определить фильтр, он смотрит до и после. Они обычно, когда до записывают, они, блядь, типа мозг, блядь, включили. Что видно, что ты с фильтром, блядь. А они думают, что я тут такая тупая, стою тут пенсионерка, блядь, скрипую и не понимаю, что такое слово фильтр, блядь. Я вообще не люблю фильтрованные работы, нахуй они нужны. Делайте, делайте. То, что вы делаете, качество. Человек, который там сидит, блядь, он все равно видит, есть профессионалы, такие же, как я, они тоже смотрят. И ТикТок, и Ютуб, и Хуйтуб, там они все смотрят, блядь. И что ж, блядь, просто я себе не совсем могу это позволить, там у меня полицейские в Ютубе. А? Что за полицейские? Наши балхарские. А-а-а. Прокурор с Караганды. А, клиенты? Ну, они же не знают. Я их веду вообще. Да, прокурор особенно этот из Басар увидит, охуеет. Скажет, ты чё, мать, вообще? Наш местный? Он не, но с Караганды. Там еще его папа. Ну и я этот под шумок, короче, папашу и сыночка. Ну и с Басар ты так ездить у меня стричься. Он никуда не пойдет. Ой, с Басар за свои волосы, блядь, переживаю. А папаша вот из-за того, что сын женится, чтобы выглядеть суперски, приехал с Карагандыч папа стричься. Ну и его зеленое засняла. И в Ютуб выставила. Как-то такая система, не сильно люди просматривают.
а именно на TikTok же все смотрят. Потому что как в ленте идет, прям листаешь. Если бы я выставила, у меня уже 1 000 000 подписчиков было. У меня там 1300 с лишним клиентов. А YouTube чуть-чуть тяжеловато. YouTube, блядь, там надо раздеться. Абсолютно. В ТикТоке хоть можно в стрингах, а в Ютубе надо раздеться, чтобы хотя бы 1000 эту, блядь, сраную набрать. И не за сиськи вывалить, блядь. Ютуб тяжелая система. Очень даже. Сказать, что Ютуб тяжелый, это уже ничего не сказать. У меня есть стрижки. То есть, смотрите, не знаю, сейчас сегодня отошла, сегодня зайду гляну. У меня и того, Инстаграм есть, и ТикТок. А второй здесь? Торговый дом Арбат, Казбеков один. На моем месте. Как сказать? Там тупик, это во-первых. В плане помещения тупиковое. А вот... Вот, а эти встречи не умеют пойти, блядь. И сначала, изначально надо набить базу клиентов в парикмахерской. Показать людям, что ты на что-то способен. Если ты на что-то способен. Сделать свое имя, а потом идти на аренду. А прийти вот так, сесть в помещении, сидеть. Бля. Да, это так приятно. А нет, Ольга, вы чё, я же виски поставлю, коньяк. Да, он там виски сделал, коньяк. Еще что-то там. Ну, алкоголь не мягкий еще. То есть замануха. Ну, еще, честно говорю, я эти дни не смотрела, не было, блядь, ни до кого. Я вообще не помню, как я стригла эти дни. Блядь, ну, за вчерашний день я вообще не помню, блядь. Мне прям реально было хуёво. Снег чистят там, что-то там, отопление прибавляется. Ну, причём туда плюс-минус, оно 75 выходит, они так рассчитали, управляющая компания там. Да так проще уже, знаешь, стабильная цена, чем вот это постоянно, блядь. В этом месяце 100, в следующем месяце 30, блядь. Они там сами уже это регулируют. Но по квиткам я вижу, что это... И здесь, ну, лишних нет. Оно все прям почти тюбик. Там на 1000, на 2, оно перекидывается, вот там все ровно. Там где-то ремонт, подъезда, все по этому. В общем, все ровно. Вот я сейчас пока только это. Я в этом месяце даже еще не оплачивалась. Там, нахуй. Раз взять есть, блядь, будущий больше так 8, блядь. Там до 20 числа я молчу пока. Но она тоже мне, кстати, сегодня писала. Ну и молчи. Я думаю, нахуй. Я думаю, сейчас и на свадьбу столько надо, блядь, на знакомство поехать надо, блядь. Нет, с марта месяца все отыграю, и все, блядь. Себе сюда кресло куплю, бабушка. Видите, они все не могут. У меня еще почти 2,5 года, блядь, студенцами заняться, пока эти не приедут, болгарные еще. Чего она учится? А? Учиться малой не поедут, это в Китай едет, на врача, а тот на нефтяника. Это хочет врачом, ну хочет вернуться в Балхаше работать. Прям, блядь, говорит, я их хочу лечить. Знаешь, пожалуйста? А мы уже прошли этот тест на Китай. Сколько ей? 15. Она раздала. Предварительный там просто этот. Получится, не получится ждать. Мы с ней прошли этот тест. Онлайн сдали. Пусть едет, если нам врачи нужны в Балхаше.
А если откроет, вообще врачи нужны. Да, если откроет, вообще врачи нужны.